это я у догонялки с кенгуру гуляю. Ну, ничто себе. А это? А вот с малпочкой на пальме гойдайся. Ух ты, здорово! Ух, привитание, хлопчики и девочки. Рады вас бачить, маленькие. И раз, и два. Ой, ну и чашки. Ох, ой, нарешті притягнув. Гусліка, что это ты робишь? А, это, зараз расскажу, только отдыхающие и повитающие с нашими глядачами. Добрый вечер, щабры. Думаю, вам будет цікаво, что принес Буслику этому заплечнику. Ага, погляди. Так, зараз. Так, цікаво. Что у нас тут? О, бинокль. Вот який бинокль. Что еще? Во, карта, Буслик. Цікавая карта. У меня такой нема. Так, что еще? Компас! Вот как! Все зрозумело! Наш буслик у подорожья собрался! Ага, недавно мои свояки буслы вернулись из теплых краин, где зимовали. Дай здогадаюся, яны тебе рассказали про разные цікавые города и цікавые мястины, так? Так, и навод фотоздымки подарили. Так. Фотоздымки? Угу. Цікаво-цікаво, где яны? А вот, я знайшов. Так, поглядим. Ось, чудовные здымки. А Буслик. Вась, я и вырошил в очень летить с иншими бусликами у теплой краины. Ну ты дивак, Буслик. А что в этом дивного? Осень еще не скоро прийдет. А вот я уже 100 раз подорожничал. Я уже. И где ты был? Да шмат где. И в Африке, и в Австралии, и навод в Антарктиде. В Антарктиде? Что? Антарктида? Угу. Антарктида – это вельми пригожий континент. Зараз и находится он на самом краю земли. Вот тут. О! Там живут морские котики, пингвины и белые медведи, мои свояки. О, у меня фотоздымки с ними есть. Правда? А покажи. О, глядите. Так. Это я на льдине с белыми медведиками катаюсь. А вот тут... Вот с пингвинами у Снежки гуляю. О! А вот с морскими котиками на Сонейку греюся. Топа, а чому ты нам ранее про это ничего не рассказывал? Ну, а чого рассказывать? Ну, цікаво. Угу. Як там у Антарктиде? Холодно? О, вельми. Я так замерз, что меня полярники сустрели горячей горбатой напоили. А як же ты трапил у Антарктиду? Туды звычайный транспорт не ходит, только специальный. В самолете разом с полярниками у арктичную экспедицию летал. О, у тебя и такие здымок есть? Конечно. Чекай, как ты трапил у Антарктиду с арктичной экспедицией? А, может это была и Арктика? Але ж у Арктики пингвины не живут. Про это мне Нестор рассказывал. Пингвины живут только в Антарктиде. А еще топа, мне кажется, что эти фотоздымки я бачу у интернете. Так, хвилиночку. Вот, знайшо, вот яны. О, а где топа? А, Ага, значит, топа, ты ни в Арктику, ни в Антарктиду не летал? Так, топочка. Ну, не летал. А как же фотоздымки? А это я фотошоп выучал. Який еще фотошоп? Фотошоп, Буслишек, это такая компьютерная программа, якая редагує фотоздымки и робить их по-разному. Угу. Так вот, о чем справа, топочка. Ну, просто мне так само повандровать захотелось. Вот я все и придумал. Угу. Ты нас подманул? А я не хотел. Пробачьте, коли ласка. Ну что, Буслик? Даруем топу? Вядома ж, даруем. Але раптом мне захочется пофантазировать. Это ж так цікаво, фантазировать про подорожье. Так а ты расскажи про это нам, и мы разом придумаем невероятную историю про наши пригоды. Так, Буслик? Так, мы с Нестором так само любим фантазировать. А я у свою чергу обещаю вас взять у соправдное подорожье. У Арктику? Чи у Антарктиду? Куды заугодно, у любую кропку света. Ура! Мы отправимся, может, завтра? А, не, давайте почекаем лето. Ну, почекаем.
Затое паспею падрыхтавацца. А ў мяне заплечнік ужо сабраны. Гэтага даражэнькі буслік недастаткова. Сапраўдны падарожнік шмат чаго павінен мець і ведаць. І прапаную падрыхтоўку зрабіць зараз жа. А як? Вельмі проста. Прапануем зараз паглядзець мультфільм пра правілы дарожнага руху. Іх неабходна ведаць не толькі падарожнікам, але і кожнаму. А пра лето? І пра сапраўднае лето таксама. Давайте хутчэй глядзіць. Без задавальнення. Мультфільм, сябры. Эх, ну што, мае юныя падарожнікі, ці спадабаўся вам мультик? Вельмі спадабаўся. А я прыдумаў, мы таксама захаваем свае кавалачкі лета. Але як? Зробім фотаздымкі з нашага падарожжа і павесім на стенку ў нашым пакоі. Цудоўная прапанова, Топа. Так і зробім. А ты, Топа, мяне фотошопу навучыш? Да, абавязкова. Магу нават зараз. О, не, давайте усе справы мы пакінем на заўтра, бо зараз час умывацца, чысціць зубкі і класціся спаць. Да пабачэння, сябры. Дабраноч. І цікавых вам прыгод у снах, маленькі. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі сіні. Сонный тень отползая в кут далекий, сбегли зайки все в ряды, смолкли птушек на носы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вальшаня закрывай, баю-бай, баю-бай, пачаняты закрывай. Пакрысе на расе патухаюць зоркі з плюшкі, гулі ўсе, казкі ўсе. Спять машины в гаражи, ты так сама, Каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачаня ты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай.